В этом году поступивших на бюджет в ПГУ меньше, чем в прошлом. В госуниверситете связывают это с обязанностью студентов заключать трехсторонний договор. После учебы студенты-бюджетники теперь обязаны отрабатывать учебу в госучреждениях, либо полностью возмещать стоимость обучения. В последние годы строго прослеживается отработка после получения бюджетного образования, и многие абитуриенты просто не хотят отрабатывать и подают сразу на договорные места. В связи с недобором некоторые специальности в этом году не открыли. Так, к примеру, случилось на факультете педагогики. А вот на архитекторов, журналистов, экономистов, инженеров был конкурс. Эти специальности в этом году в числе самых популярных. Точных цифр еще нету, потому что сегодня только закончились вступительные испытания по некоторым направлениям. Поэтому точные цифры у нас уже будут на заседании приемной комиссии 2 августа. Но на сегодняшний день можем сказать, что контрольные цифры приема выполнены на 60%. Остальные 40% бюджетных мест сгорели. Как объяснили в ПГУ, распределять их между другими студентами невозможно. Что касается договорных мест, дополнительный набор в госуниверситете пройдет с 12 по 21 августа.